Шутка лакадош, всем добро пожаловать. Пайзаташ Абраха, Ацлаха, Приют. Кирилл Даниил бен Михаил Давидов. Вегам Даниил Ицхак бен Даниил. Кудош Баруху тен лахем Бараха, Ацлаха, Приют. Вегам Тиварех это Игорь Ильяу бен Надя, Саумон бен Надя, Аарон бен Ариел, Шиталех Батора, Мицвот, Маасим Товим. וגם תברך את יוסף בן שוקרלה, אשרי איראן, אברהם בן רפאל, אשרי בכורו, ישראל בן אפרים, מולו ישראל, אשרי אמריקה, הקדוש ברוך הוא תן להם ברכה, הצלחה, בריאות, הרבה דסייעתא דשמיא, וגם נוריאל בן גבריאל, אברהמוב, אשרי דושומבה, הקדוש ברוך הוא תשלח לו ברכה, הצלחה, בריאות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אלף הבדלות בין המתים לחיים. נשדדיה סולימן שלמה הכהן בן תמרה, וגם את הנשה מהבבושקה, אסתר בת נוזלו, רוח השם תנחנה בגן עדן הם וכל השוכבים עמה בכלל רחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הכרת הטוב מצוי בינינו, הכרת הטוב לרבותיו. שוויק דוז'ן פזנת בלגדרנס, и помнить хорошее то, что его раввины ему делали, или раба ему делал. Кешем ши адам митцаве кибуд аваим ваирато, как Акадош Барух Ху говорит Параша Итро, который 10 у нас заповедей есть, один из 10 заповедей, что мы должны уважать и любить своих родителей. Значит, папу и маму есть очень много законов. Куху хаяв кавод рабо, ваирата итом и авив. Авив мевие лехайо улам азе, рабе шилом де хохма мевие хайо улам аба. Он говорит, он должен уважать своих родителей, это то, что в Торе приказано. Но он должен уважать своего раввина больше, чем своих родителей. Его родители принесли в этот физический мир, а его раввин его приносит в грядущий мир лехайо улам аба. Потому что это нам очень трудно понять. Это потому что не по нашим понятиям, как я могу уважать своего раввина больше своих родителей, если родители меня принесли в этот мир. Если бы не мои родители, это бы раввин бы их его не мог изучать. Но мудрецы здесь говорят, что родители ему дают 70-80 лет, а ему его раввин дает ему пожизненно жизнь. Вот в этом и разница. Из-за этого у нас по нашим понятиям, по нашему сехелю, очень это трудно понять. Но Роэ Авида Авив, Авида Рабо, Шир Рабо Кодемет, Шир Авив. Рамбам Талмуд Тора, Перекей, Аллаха, Алеф. Рамбам такую вещь говорит, если папа потерял вещь, и раввин потерял вещь, раввин первый идет, прежде чем папа. Но если папа дает деньги, и чтобы дети пошли в ешиву, папина то, что потерял, его должен сын первый найти папину. Нитваир бадеврей рамбам шиисот хиюв каод рабоху митцат кабалат атова. Почему, говорится, мы должны уважать нашего раввина, кто нам изучает, поучает. Айну айсот байне камишка труба дебре хинух. Написано митцва 33-м, медвре хинух. Хиюв кибуд ав эйм мехамат атова амикабел. Вукаш кавод ле кавод амаком михамад штафут бе ицирато. Зачем, говорится, мы должны уважать наших родителей или Акадош Барух Ху? За то, что Акадош, как написано в Масехет Нейда Дав Ламед, Акадош Барух Ху, Аба ва Има, они партнеры. И Акадош Барух Ху принесет эту душу в этот мир. Значит, за то, что они партнерство, чтобы создать человека, из-за этого он говорит Акадош Барух Ху, что ты должен уважать и любить своих родителей. Гиуайнян кавод рабо бакал вахомеш. Алиеде авив зохе лехае улам азе. Валиеде рабо зохе ле улам абе. Лахен хиюв йотер гадол. Из-за этого говорится, что наши родители нас в этот мир приносят. Но наши раввины нас приносят в грядущий мир. За то, что они нас приносят в грядущий мир. Как они нас приносят? Когда нам они поучают. И когда нам изучают нашу святую Тору. И идти по дороге святой Торы нашей. Значит, мы идем уже по правильной дороге, и у нас есть хайе улам аба. Если человек, родители, не дай Бог, не учи, и они не изучают Тору,
И люди говорят, вот есть же хорошие люди в мире. Есть хорошие, да. Хорошие, до какого уровня хорошие их доходит? Если бы они бы изучали, они еще лучше были бы. Значит, то, что мы говорим, хорошие или хорошие черты, качества про человека, который даже ушел или который живет, это минимально. Это не то, что Тора спрашивает. Это минимально, с чем он родился. А если Тора спрашивает, значит, Тора спрашивает больше, чем минимально, то, что он думает, должен делать минимальность. Мы говорим, что в Узбекистане у нас воспитание, мы родителями правильно, родителями обращались правильно, шимо говорили правильно, все остальные вещи. Окей, это мицва. Может быть, мицву какую-то мы делали уважение. Но в одно и то же время мы делали мицва лотасе, карет. То, что в Торе говорится, каждый человек, который эти законы не будет делать, он смерть этому человеку. Значит, человек должен на весы поставить и фильтровать свои слова, свою речь, то, что он говорит. Не все то, что они говорят, это правда. Да, некоторых воспитание было, шоломи было, как будто бы мы друг друга общались, у нас не было такое кина. Но Тора всегда говорит, у человека есть зависть. У нас такая зависть не была. В Торе написано, что не завидуй. Значит, если в Торе написано, значит, человек уже родился зависим. Завистливый человек. Значит, он должен над этим работать. Это мы иногда шиурим слушаем и говорят какую-то вещь, не понимаешь, к чему это говорят, зачем это говорят. Значит, каждый раз, когда у нас есть благодарность, мы то, что без Торы, мы не минимально как будто бы делаем благодарность. Тора говорит, все, что ты делаешь, ты родился с этим, это ничего над этим работать не надо. Это минимальное то, что ты делаешь. Но Тора говорит, каждый день ты должен добавлять на это минимальное. А человек с этим может жить 70-80 лет. Сказать, какой он хороший человек. Это минимально. Попирки авод катув, перек вав, аломед ми хаверо перек эхад, о алаха эхад, о пасук эхад, о дибур эхад, о афилу от эхад. Пирки Авод, Перек Вав написано, ты научился от друга своего. Значит, хавер – это кто тебя отвозит по дороге Торы, приносит к тебе дороги Торы. Ты научился один пасук, один закон, одно слово, одну букву, царих нахет кавод, и мы должны ему давать уважение. Шекен матину бад Давид, амелех алав вашалом, шело ламад ме ахитофель, эле шне дварим, белвад кароу рабо, алуфо мадао. So, Давид Амелех, говорится, научился от Ахитофеля две вещи. Он уже его называет его раввином. Мы кого говорим? Давид Амелех, который поставил вместе Тейлим. И он уже научил Ахитофеля две вещи. За то, что он научился две вещи, это царь, я извиняюсь. За то, что он научился две вещи, он уже его называет раввином. Эхад афилу. О, дибур эхад. Афилу од эхад. Значит, шне дварим билват кару рабо афулмад мадао в Талмуд халомед михавиро перек эхад, о алаха эхад, о пасук эхад, о дибур эхад, о афилу от эхад, алехад кама-кама царих динахет бо кавод. Если он постоянно у своего раввина изучает, как в Пиркей Авот, Перек Вав написано, постоянно у своего раввина изучает не только одну букву, не только один пасук, не только один закон. Раввин это его подносит по одной дороге, которую он должен по дороге эмет идти. И Рабби Нахман Бреслев говорит такую вещь, что каждый человек, который отрабатывает с одного раввина на другой идет, говорится, у него фрукты, от него ничего не выйдет. Первая вещь, вторая вещь, говорит, он должен идти хазек бе имуна, он будет терять свой имуна. Почему? Потому что он со всех идет учиться, он не берет с одного чего дерева, если он от этого раввина не учится, да, он другого. Но он всегда колебается. Когда человек колебается, он всегда может ошибиться, нет у него дороги. Когда у человека есть дорога, одна дорога идет по этой дороге, и все. Я все, куда бы он ни пошел, я с ним. И какой у него будет success? Success – это значит, какой у него prosperity будет в этом мире у этого студента. Арели адия эн кавод михамат гдола хаверо батора, эла михамат шиламад мимену. Говорится, не за то, что ты у своего друга научился, потому что он больше в Торе, за то, что ты от него что-то научился, ты ему давать должен кавод. Айну мицат хиюк и фимативо, за то, что он ему хорошее сделал. Валколах от эхад михаяб бахавод. Мана некифи работену мадимехим рабой шила Тора ва авода апраким. Сколько мы должны уважать
своих раввинов, то, что они нам Тору, а вода нам, они носят, как вести, как правильно обращаться между людьми и между Ашемом. Тора – это самое большое воспитание в мире. Сейчас мы вот эту книгу взяли, Акарат ха-Тов. Сколько она нам воспитает вещи, нам говорит, что мы когда в жизни даже не думали, что здесь написано. И это все про воспитание, воспитание человечества. Если мы не воспитали, нас воспитали, когда мы молодые были, но не в такой форме, которая здесь написана. Воспитали на минимальном. Чтобы человека воспитать, во-первых, у него должна дар речи, должна быть у него, чтобы он должен быть knowledgeable. Knowledgeable, значит, у него должно быть knowledge, а Торы должно быть. И человек говорит, что если вот у нас Торы не было, мы изучали. Да, мы изучали, как мы до этого сказали, на минимальном, потому что без Торы человек не может жить. Это как рыба без воды. Масехтод, Исурим Баим, Исодод Хабаим, Бехоля Тора, Кумо Хаим, Кефехем, Бакавод Гмура. Говорится, сколько мы от своих раввинов изучаем, Масехтод, Талмуд изучаем, всю Тору, то, что у нас написано. Значит, каждый раввин, он приносит своего ученика, Хае Улама Ба. Акарат Атов Ахахмену, Зодни Хазек Бо Рабатену Эней Хаеда. Говорится, наши мудрецы, они глаза для еврейского народа. Глаза для еврейского народа. Ашер архиму дварим бедеврей мусар. Питех лавоши дамен аэвен. Говорится, у каждого человека, когда прежде он с раввином не изучает, или до, как он не изучал с раввином, его сердце как камень. Когда он приходит к раввину и изучает Тора, его сердце стает сердцем. Сердце из чего? Из флеш. Эвен майя неане авотехем. Лилмод леагод бехем. Осив леках витвуна бицюр протешер кол эхад. בבית מיוחד, ואין שטן ואין פגיעה, לתועד הרגש איברים צריכים להן לעיון גדול על הזה. Говорится, когда человек, если не приходит и не изучает Тором, он соединяется с сатаном и стает его другом постоянным. Акарат ха-Тов ли-рабо, мы должны познать благодарность нашим раввинам. Итен ли-бо, кидей ши-акир това ле-хавиро, ле-ашлим ле-хода-ото, веш ло ле-рабо, ле-осив ахава ему. И мы должны любить и уважать своих раввинов. «Эн ласод имо хесед» – мы должны с ними делать благодарность. «Лагдыло» – почему? Потому что он вырастил человека. «Кедугма шиматину бамасехет кала» – «Бадавид амелех ли йод макир това ли работав» – «Агидил аава алехем кроим рабби алуфи и модай хисес» – Давид амелех говорит такую вещь. «Я своих раввинов называю гигантами». То, что я от них научился, вот эти два слова. Немца машлим это мидат ха-год, аль-еде мидат ха-хесед. И постоянно Давид ха-мелех, Ахитофилу, хотел делать хесед. Хесед – это благодарность и милосердность. Шибо ахава хесед ва-гдула. Акарат ха-Тов рабатену решоним ва-ахруним. Мы должны познать, кто эти все нам книги вместе поставил. Мы должны познать. Ине акадош баруху бара рахама ва-амид лану михаверим. Агдолим, халё, хема, работену, решеним, ахем, ишюра, ине, бетурат, ашем. Сколько у нас есть комментарий в нашей Торе. Когда у нас есть комментарий в Торе, мы можем посмотреть, что от нас Ашем хочет, и он раскрывает наши глаза. Люлелей днаднадвим, хайну, нишарим, багашеми, баафила. Если бы наши мудрецы не открывали бы нашу Тору, устную Тору, мы бы ходили бы как в месте, которое, она темное место, в темноте. В темноте мы постоянно бы ходили, не дай Бог. «Вене михаврим халалу, михаврим халалу, тарху ваамо левтовах инену лазхину хайо улам аба». За то, что наши мудрецы до нашего поколения, до этого поколения, до прошлого поколения, 1000-2000 лет назад возьмите, они всем нам раскрывали глаза, чтобы понять, что от нас хочет Ашем. И не только нас, они нас приносят, эти все мудрецы, то, что мы говорим, до нашей эры, они нас приносят в Олам Аба, в грядущий мир. Ма гдола ховат акарат ха-Тов лехем мутар алейну. Мы каждый раз их должны благословить и сказать им спасибо, даже они не находятся в этом мире. Нидвоне ма алейну лолул пируш Раши ха-Кадош. Раби Шолом бен Ицхак, Раши ха-Кадош. Говорится, вся Тора, которая у нас есть, Тора Невиим Ктувим, Гемара, Мидрашим, везде он дает комментарии. Комментарии – это комментарии. Когда он дает комментарии, мы можем понять, что от нас хочет Тора, и что от нас хочет письменная Тора с устной Торой. «Вене ширипи
שעליון כמו רבנו גרשום, רבנו ניסים, והגאון אלינו למה כמה מקומות. נפיסנה רבנו גרשום, רמב״ם, רבי משה בן נחמן, רבי משה בן מימון, אבל רש"י נותן לנו פירוש כל התורה. רש"י נמדיות, שיו תורו. שיו תקוי פירוש, שיו תורו, אביסניניה תורו. שערי פירוש מלווים אותם בכל מקום. אצי גבריצה, קמנטרי, סנמי חויד, ולבו מסי גדבו מנינה חדזיליס. מלווים אותנו, אני נס פרווז'יין, גוקום בממסי נינה חדזיליס. הרש"י פשוט, פשוט אצלנו לפירושו לא מצינו עדיין רגליהם בשום מקום. תושתו רש"י פריבודית את האוצ'ין לחוד לצ'ובק אביסנית איפניאת, שהם דורגי וסקת אורי מודרצי, אביסניה את תושתו פטורי נפיסנה. ואנו צריך להחזיק לו טובה, לברכה לו. אם דאוז'נו יבוא בלגלדרית, איספסיבה אם הוא גברית, אי בלגסלבית. וכן אנו צריכים להכיר תורה שאין רבותינו שאין בעלי תוספות. תג שגברית זה רשבם, בעלי תוספות, רבנו תם, רשבה, את הפסק התורף תלמודי, נפיסנה דיות קמנטרי. אבל לצורך עבודה דעודות, בצמצום עכשיו להכיר תורה לרש"י. בחובת הכרת הטוב הוא להתבונן גדול חסד שעשה עמנו. סקוק רבין דיות, ידיעו את חסד. оставляет своих детей, оставляет своих парноса, горим бакоши, живут иногда в бедноте, в бедности, чтобы сказать, я хочу людей принести уламатба, принести к эмету. Лаакир кмо амал ва торах ба пируш кидеши ло и таабу на то были модея. Не только, это не просто мы изучаем, он должен такой комментарий написать, чтобы ошибка не была. Если, не дай Бог, ошибка есть, то, что Раши, не дай Бог, будет писать с ошибкой, это ошибка поколения и навколения с этой ошибкой люди. Значит, он должен быть такой, быть человек, чтобы сделать никакую ошибку, то, что он дает комментарии. Тамид боли ваэр леошев маши аяхол леакевену балимедену. Он может ответить на вопросы. То, что у нас есть иногда на эти вопросы, есть нету ответов. И приходит Раши и нам дает ответы. И так мы можем с этим сравняться своими пониманиями, то, что мы изучаем. בחובותינו להכיר כמה גאונות יש בחר שורה בכל תיבת של הרש"י. סקוק הגאון, ככוי אגרומני רש"י בו, שתו קאז'ה שורה, קאז'ה סטרוצ'קה כתורי יס, וקאז'ה סטרוצ'קו צ'יבו פרובדיו צ'ריסידה, שוב מי השיפקו, סשיפקי ננפיסל סווי קמנטרי. ואיך הכל נאמר בכישרות יסור נפ... כישרון נפלא עלינו, עשים לך, איך התרח בעדינו מוסר לנו מותרותינו באהבה כאב הרחמן. Раши говорится, как папа был для еврейского народа, сколько, говорится, он день и ночь писал все эти комментарии, чтобы без ошибок, без ничего, чтобы могли еврейский народ с этим жить и пополнять свою духовную жизнь. «Панусав лезех юв зехир ла цадик левраха», как написано в Мишле Юд Зайн. «Зехир цадик левраха», написано, чтобы цадик, чтобы всегда был благословен и пожизненно жил. «Дагайну маскирим цадик царих латен ло бараха». Каждый раз, когда мы цадика говорим его имя, мы должны зехил цадик левраха говорить. Инкен касим либо лехаздо ашел раши, еш леосив ло бараха, ломар лемашал, ше раши у леагдикия ганеден. Раши говорится один из людей, который мудрецов приносит нас в ганеден. Если бы раши не было бы, мы не знали бы многие комментарии, то, что в Талмуде и в Хумаше написано. Вими да цель базе. А если человек хочет быть ленивый, арегу багедр кофер батувата шелахаверо, не дай Бог, он встает корномак неблагодарный, если он не видит то, что другие люди сделали для него. Бавадай ино макир това ли акадош бараху. Если человек, физическому человеку, если ему не познает хорошее, 100% не познает акадош бараху хорошее, потому что он не видит это в физическом форме. שערי מה רש"י הטוב עמנו, הרגשנו לנו בחוש, ואנו משתמשים נהנה מחסדו תמיד. היא גברית זה מפולזו עם רש"י, הוא פיזיצ'סקי, לתת בפיזיצ'סקי, הוא פאוצ'יים, הוא דבולסטוויה. מידך ייתן ליבו לזה, את שהוא אוהב דוז'ון, pay attention. זאת אומרת, און דוז'ון, קונסנטריר וצה, איפניאת, pay attention. Pay attention это познать, что в этом мире происходит. Не просто прийти, сделать, уйти, прочитать и все. Значит, он должен включить свои мозги.
Есть ли для дрых лагия или акарат, а то в ля Акадош Параху? Через Раши мы можем познать, что такое Акадош Параху и что от нас он хочет. Мнатна лану Тора, Акадош Параху нам дал Тору. Нидмонен базе еле лесулам ля лод мадрига ахар мадрига. Тора для наша лесенка, которую мы можем подняться с одного уровня на другой, с уровня на уровня можем постоянно подниматься. Макир товали Раши ягия или акарат, а то в ля ровс. Раби Йоси Агаон Шикатав Башас. Он говорит, мы когда познаем Раши, мы познаем Раби Йоси Агаон Башас. Литова клал Исраэль, за то, что он столько хорошее сделал для еврейского народа. Гаоним ваамарим ваахроним. Гаоним, значит, были во время решоним, первых гаоним, потом решоним, потом ахроним. Лерав Аши лихол хавирот амураим шея имо кулим хои ахад литоватену. И Рав Аши и Рав Аси дают комментарии на весь Талмуд, и оттуда мы говорим спасибо им большое. Литоват кола адорода баим ахарахем. И все поколения после них приходят, чтобы мы постоянно их благодарили. Виседро ляну это шаз, мизе якир това лекол мусре Тора. И все, которые Тору всю собрали, всю духовную, физическую, и всю Тору, которая бальпе, устную Тору. Рав Хуна, Рав Хизда, мизе ле Рав Шмуэль, Рав ле Шмуэль. וגם רב עשה סדר משמעו לצורך תלמידים, וזה יגיע למשה רבנו מסע לנו את כל התורות תולו. И идет полная шаршерет, значит, цепочка до Моше Рабену. Значит, все, которые вам раввинов сказали, он идет до Моше Рабену. Тора нихтава в Тора бахтав, Тора шибальпе. Устная Тора и письменная Тора. Шиарей бавадай бароша ришона, коля хахамим еш лану хиюв гамон лакир товла Моше Рабену. Первая вещь, мы должны знать, что первый из раввинов был, это Моше Рабену. Первую вещь мы должны сказать Моше Рабену, спасибо Моше Рабену, алава шалом. Значит, когда мы знаем, что такое Моше Рабену, что такое все раввины, которые после Моше Рабену, они нам приходят и раскрывают глаза, и открывают глаза. И человек говорит, вот, ну, рабаи все, у меня деньги берут, у меня это берут, у меня то берут. У тебя же дом не забрали, у тебя же, не дай Бог, твоих детей, жену не забрали. Ну, ты там даешь, там цадака, если ты хочешь дать, даешь. А у тебя никто, ты по своей воле даешь. Здесь никто не вымогает, не спрашивает. Если ты живешь в Нью-Йорке, в городе, если ты получил тикет, почему ты не идешь, говоришь этому полицейскому, который дал тикет, почему ты мне дал тикет? Иди с ним ругайся. Он ошибку сделал, а ты должен, обязан давать. Почему это обязанность? А когда приходит давать духовным лидерам, у человека руки дрожат и боятся давать, когда у них все отнимают и забирают. Они забывают в Талмуде, что написано, каждый человек, который дает Талмид Хахаму, или ему дает хлеб, или хлеб мы в таком месте не то, что хлеб, там, а за 50 копеек купил хлеб, а сам за 100 долларов кушал. Мы не такое говорим. Каждый Талмид Хахам дает, это как будто бы он мизбех. Мизбех, значит, он построил алтарь для Ашема, как будто бы принес корбан. Каждый человек, который Талмид Хахаму дает, его дети будут Талмиды Хахами. Столько у него есть награды, просто человек не понимает. Почему он не понимает? Потому что он очень жадный. Когда человек жадный, он любые причины находит, лишь бы не давать. И других обвиняет за то, что он не хочет давать. Из-за этого человек должен быть с такими людьми вообще не соединяться, потому что они негативные люди. Почему? Потому что если, как написано в прошлой параше, «Бехизакта Бо», как мы изучали «Бехизакта Бо», значит, ты должен, еврейский народ, ты их должны руки посильнее делать. Значит, ты должен вкладывать свой народ. И мы говорим, нет, это к нам не подходит. К нам не подходит, потому что мы говорим, что он очень, этот человек, камцан. Камцан – это жадный. И жадность человека, он говорит, не, он говорит, я давал по тысячу, вот я давал, мне так они сделали, мне так сделали. Но это говорится, когда человек такие вещи говорит, это, во-первых, неправда. Потому что человек всегда ищет свою, одну вещь мы должны знать, он ищет свои выгоды. Без выгоды он ничего не делает. Дает человек, который другому человеку, ему очень человеку трудно давать. Кровь трудно давать и деньги трудно давать. Из-за этого деньги называются дамим.
То есть, если человек дает, значит, у него что-то есть от этого человека. «Везейна геа тахли дакарат атов гадоль байотен леодот Ашем Идбарах». Сколько мы должны благодарить и благословить Ашема. «Но тен лану Тора». Нам дала Тора. Если бы не Тора, мы хуже, чем животные были бы. «Авар каамур бахрах цархим латхил батхила карад ливне Адам». «Зе блозе и ившар». Ну, говорится, давайте тоже скажем спасибо человечеству, то, что человечество в этом мире в это пришел и мог все эти комментарии давать для еврейского народа, освещать их не на глаза. Есть лану авода гдула, у нас есть очень большая работа. Ласим леет лехесед ле михаверим. Мы должны понять, и у нас есть большая работа, это то, что он говорит, большая работа, не просто шиур услышать и пойти по своим делам. Говорит, за то, что люди до этого, и сейчас люди то, что изучают, все, если люди идут на работу, отдыхают, что бы ни делали, хахамим сидят целый день в закрытых бета-мидрашев, изучают, чтобы еврейскому народу чего раскрыть, то, что не было до этого раскрывания. Человек идет, кайфует, шашлыки, все это хорошо, да, красиво. Но мудрецы от этих всех вещей чего остороняются, оставляют женами, детьми, день и ночи не спят, боли, проблемы, парноса проблемы. Все равно эти вещи делают для кого? Для еврейского народа. Вкладывает еврейский народ. Вкладывает, как ты можешь, когда ты идешь на работу. Также наши мудрецы, они очень сильно вкладывают в еврейский народ. Просто мы еврейский народ, иногда, не дай Бог, мы не понимаем это. Почему мы не понимаем? Потому что не изучаем. Когда не изучаем, мы говорим, что мой дедушка вот с мудрецами спорил. Вот он Тору брал, он спорил, он большой был гаон. Если он на иврите даже не может читать, что он может спорить? Чтобы тебе спорить, ты должен быть первый знать законы, вторая вещь, ты должен знать language, ты должен знать язык. Если язык ты не знаешь, куда ты можешь спорить? То, что ты читаешь на своем языке, у тебя спора не может быть, потому что, во-первых, ты споришь, потому что у тебя нету knowledge, потому что ты не читаешь комментарии. Когда ты будешь комментарии читать, а все комментарии в основном, они были тогда написаны на иврите, не как сегодня все написано вообще, что комментарии на русском, на французском, на английском и все остальное. А раньше не было. А если он комментарии не читает, что он будет с ними, с мудрецами спорить? Даже на иврите не может читать. Первая вещь, он должен иврит знать, language. Должен знать. Не то, что иврит мы то, что научились в Израиле. Это не то, что иврит, то, что в нашей Торе написано. Наша Тора вообще по-другому думает, то, что израильтяне или любой, кто говорит, или то, что все понимает. Наши мудрецы это вообще понимают по-другому. «Бавадай мутал арену ракил това гам, мира махараша махарам, ше кцад витвод ктол гадоре ахроне мати виману». Так же говорится Маран Шулхан Арух, Бет Йосеф. Мы должны ему спасибо сказать. «Имнам тосефтит мирубе, но ты тафаста». «Восек бакарат татов». «Имнам тафаста мируба, но тафаста». «Восек бакарат татов лираши». Если человек слишком много берет, берет. Если у него раввина нет, он 100% упадет тот человек. «Лахен баходыш азэ кодым лимуд бахол йом ифтаба бараха лираши». Из-за этого, от этого сегодняшнего дня, говорится, мы должны, каждый из нас, когда мы изучаем комментарии Раши, мы должны сказать благословен Раши за то, что он пришел и нам дал эти комментарии. Ваймар ши акадош баруху и варху баган эден мазхир. И за то, что мы ему благословим в этом мире, акадош баруху ган эден и тоже благословит Раши акадош. Ломед Раши ло яхшов чи аса това ли Раши, чи ломед бепируш, или адраба. Если человек думает, что он хорошо делает Раши, что когда человек изучает, он Раши хорошо делает. Нет, он сам себе хорошо делает. Он свою выгоду ищет. «Итконен кама тарах бавато баадену». Сколько Раши за нас сделал эту всю работу, то, что мы должны были это сами понять, сами это все ломать. Раши уже за нас это все сварил, и мы это все для нас готовое. Сколько мы должны ему говорить, не думайте, что ему вы хорошее делаете. Вы сами себе сделаете, потому что для вас пришли эти готовые вещи, которые уже Шулхан Арух. «Бьотер кераши ми ир энену бадавар каше». Значит, Раши говорится нам то, что трудно понять, он нам объясняет. «Царих лид вонен ми юхат безе лата акарат атов ли Раши».
Зехинух гадоль басимат лев лаакира тов. Это очень большое воспитание для человека, чтобы he supposed to pay attention. Он должен понять, что в этом мире происходит. Эхад, бехоль йом, батхила лимудо йомар бапе, зехер цадик левраха. Прежде чем он изучает Раши, он говорит, должен говорить зехер цадик левраха. Вспоминание цадика для благословения. Шиашем иварехет Раши, шиело эхад лактия леганеден. Значит, когда мы говорим зехер цадик левраха, Акадош Браху благословит Раши Акадош в Ганедене. Вторая вещь, бамшех баалах лимудек Раши, покеях это нав, маудо айла эмет бейзе иньян. Раши не только это, он нам приносит к эмету. Эмету значит к правде. Я вие от пам давар зе ве омар зехер цадик левраха. Вторая вещь, мы должны сказать спасибо за то, что он нам учит эмет. А эмет, она очень, она не продается на улице. Продается только мусор на улице, я извиняюсь за выражение. И шекер. Шекер значит обман, он бесплатный. На YouTube зайдите, полностью обман. Ганавим, значит воры посередине дня. Воры, что такое воры? Воруют человеческие мозги, человеческие интересы, человеческие фриды, качество. Это все кто? На улице это ты можешь найти, на него копейку не надо платить. Но за эмет человек должен бежать. Из-за этого не беспокойтесь, что вы видите, очень мало за эметом бежут, потому что эмет, вы, как вы знаете, что вы правда или обман, значит, по правде очень мало будут. По обману очень много будет. Потому что эмет, Ашем говорит, не каждый может с этого получить эмет. Он должен бежать за эмет. А шекер, он везде находится. За ним бежать не надо. Он сам придет. Он сам приходит к человечеству. Ваизрат Ашем, Ашем шуги вас бараха, цраха, бриют, арбе дисья, дишмая. Что то, что мы Раши, Акадош, Зихрона, Цадик, Кадош, Левраха, то, что его комментарии изучаем. Ему, чтобы Акадош Бараху благословил нас. זכות רשי הקדוש וכן ירצון ונאמר אמן.